Друзья, ну вот мы опять взламываемся в пространство засранцев, и сегодня они, напомню вам, на гранате, посмотрим, что происходит здесь. Это мы будем делать, получается, в понедельник у нас следующая чистка. Я сочувствую всем тем, кто будет не делать ее. Сок, да, граната? Ага. Супер сок. Как на вкус? А попробуй. Юрай. Я еще не пробовал. Невозможно. А вот, во сколько можно оптимальный выпить слабительное, если это утром делать? Как проснулись, так и если на ночь делать. Ну, я вот это имею в виду, что вот этот процесс здесь прошел. Просыпаешься, Юр? Так открываешь глаз, открываешь слабительное, и потом оно дальше скажет, когда тебе вставать, бежать. Нет, ну это понятно. Смотри, зато пройти 4 часа после приема. Ну я это имею в виду. Ночью, получается, пошло у тебя уже больше. Поэтому чем раньше ты выпьешь, тем меньше. Ты вечером пьешь, спишь там, спишь через 7-8 часов, да? Если бы я спала 8 часов, ну, я бы не страшно. Я бы 6-7-8, да? Я, в принципе, среди ночи, если ты раз. Ну, короче, да, если прошло 4 часа, можно пить. Полтора часа или нет? Это Юра Лейбман. Он волшебник в этом. Ну вот, все подписывайтесь на его контакт хотя бы, я знаю, что... Юра, у тебя есть инстаграмчик? Это только контакт? И Фейсбук. На Ютубе канал не ведешь? Понятно. Просто подписчики часто спрашивают, где тебя найти, вот я им говорю, что только ВКонтакте, друзья, да. Ссылочка в описании. Да, он постоянно проводит вот. Ну. Да, все хорошо, благодарим тебя. Ты пьешь? Пей. Я не вижу, надо пить постоянно, пей. Я чувствую, что он тупит. Он хорош только для тех, у кого есть реальность паразит. Кто питается регулярно. Или у кого еще нормально питается, у кого еще остались паразиты. Тогда чеснок очень полезен, или какие-то инфекции лекарства. А так это не пища, это лекарство. Это антибиотик, как и лук. И что он делает? Антибиотик убивает все живое. Переводится просто антипротив, биос, это жизнь, био. Он против жизни, он убивает все живое, и хорошее, и плохое. То есть лекарство убивает, да, он убивает, может, плохое. Но если человек питается, допустим, мясом, или там, да, то я, допустим, с мясом я рекомендовал бы есть, допустим. Он убьет тупоядные, да, эти бактерии? Он убивает гнилостную флору, он убирает некоторые последствия гниения. А так, ну а если ты фрукторианец, то тебе, в принципе, не надо есть чеснок, потому что, ну, ты только навредишь. Разово как-то чистку сделать можешь, разово, два раза сделать, да, но... И если говорить по аюрведе, допустим, это считается продукт невежества. Да. Да, не с мясом. Чеснок и лук. И лук. А лук тоже нельзя? Ты, конечно, можешь, да. В принципе, по ощущениям смотри. Может быть, тебе пока что лучше почиститься еще не съела. Да. Тебе он будет в пользу. В какой-то момент ты почувствуешь себя отторжение, просто не захочется. Плюс у мозга будет чувствовать тупость. Это у многих людей, не только у меня. Да, да. Если бы это было только у меня, это было бы мои субъективы, скажем, да, мурожное тело, особенности какие-то. У большинства людей, кто ждут призывного сроедения, чеснок, особенно лук в меньшей степени, чеснок вызывает отупление и так далее. Есть же такая информация, я не проверял ее, но вроде как-то парная, что летчикам в определенных странах, пилотам запрещают есть чеснок за определенное время до вылета, потому что реакция замедляется, работа мозга затормаживается. И человек уже не может принимать моментальные решения и управлять скоростным самолетом, истребителем и так далее. И я чувствую, что я пробовал хлебец, сейчас другие. Гриша Лошал делал жесткие, кучу чеснока. Первый, который экспериментально делал. Я почувствовал вес чеснока, мне не понравилось. Это там мало количества было, но я уже почувствовал немножко вниз. На нижнюю чарку много. Да, то есть в некоторых ситуациях человек будет полезен чеснок. Да, при болезнях удобно, почему? Потому что микрофлора убивает. Да, да. То есть когда есть чеснок убивать внутри, чеснок нужен. Ну как еда, просто как еда взять его, это повредно. А что вот если нет ощущения, что тебе не нужен чеснок? Либо если ты, который хочет другой чувствительности, не очень тонко чувствует,
и они разницы не ощущают. Это будет обычное питание. Если ты постоянно питаешься хлебом, мясом, ты что, не почти тебя будет все нормально. Вообще хреново. А кому тоже будет? Даже к семечкой речи. Начинающим сыроеду, в принципе, они вообще погоду не делают. А когда же фрукты посидел, уже семечка речи, понимаешь, что не дешево. Ну, нечто подобное, что такое. Да, вот хотел подобный вопрос задать по поводу гранатовой чистки. Кому он отходит? То есть это же... Но если человек традиционного питания, то есть с мясом тоже, тоже можно? Ему особенно нужно. Просто желательно после зачистки далее менять питание и не пачкать. Но даже если он продолжает питаться обычным образом, все чистки уже доходит. Любая чистка, она нужна любому человеку. Смотри, если мы трощатку пили в течение... Ну, большого, да, срока. А тут мы за один день, получается, гранатом не кормим. Есть вещества, алкалоиды, есть три вида алкалоидов, эти гранатом кормим, которых нет других продуктов. Эти алкалоиды очень мощные. И за один раз они убивают всех паразитов. Хотя мы сделаем повторную чистку, всякий случай. Но, в принципе, когда это обычно одного раза. Мы будем делать повторную, да? Да, и чем еще особенность, убивает не только паразитов, но и личинки, и яйца. Личинки, яйца, да, отлично. То есть, бывает, такой паразитов убил, да, а яйца остались, и что толку. Поэтому, только строчатка, она медленно действует. Три недели нужно, чтобы... Все почистить. А гранаты почему вот два дня зачистить? Второе мы делаем контроль, если запас. Да, вообще по классе мне одного достаточно. Но я пью, допустим, через неделю, там через день. Так шумите, мои подписчики вообще недовольны этим шумом на самом деле. По классике рекомендуется один раз достаточно. Все, благодарим тебя. Микрофон, петличку вешать, тогда утром. Да, да, и тогда пусть пошумят. Вот, друзья, источники шума, вот, прошу любить их, и извините, мы учимся снимать. Дядя! Вот, вот. Будущий блогер. Блогер. Все, лайк, подписка, и Глейману тоже подпишись и читай.